«Семь смертных грехов и четыре последние вещи» – картина Иеронима Босха, известная также как «Столешница семь смертных грехов». Ее так называют по ее функциональному предназначению, которое она никогда не выполняла. Некоторые считают, что эту деревянную панель заказал Босху один из крупных церковных чинов, который предполагал разместить ее на потолке своей комнаты. Предположительно, эта картина относится к раннему периоду творчества Босха, где-то 1475-1480 годы. Называется также дата около 1500 года. Дендрохронологический анализ по ряду причин произвести невозможно. То, что выполнена она не на дубовой панели, как характерно для Босха, а также ряд стилистических нюансов, позволяют говорить о том, что Босх рисовал ее не сам, а делал это кто-то из его учеников в его мастерской. Уже около 300 лет, примерно с 1574 года, картина висит в Эскориале, где ее когда-то в своей спальне повесил испанский король Филипп II. С тех пор картина покидала Эскориал лишь один раз. Во время гражданской войны в Испании в 1939 году из соображений безопасности она была передана на временное хранение в Прадо. Эта работа отражает тему, связанную с народным юмором. Каждый эпизод выполнен в манере жанровой сцены, в которой акцентрируются человеческие отношения. «Семь смертных грехов» содержит назидание и насмешку, обличая человеческую глупость и особенно легковерие. Жанрово-аллегорические сценки, полные грубоватого юмора, написаны в детализированной живописной манере старых голландцев. Центральная часть из четырех концентрических кругов символизирует всевидящее око Божье. В зрачке воскресший Христос показывает свои раны. Во втором круге видна латинская надпись «Бойся, бойся, ибо Господь все видит». Третий круг изображает лучи, похожие на солнечные, а четвертый – в секторах, собственно, семь смертных грехов. Изображения семи смертных грехов расположены по кругу, что обозначает постоянство их присутствия. Под изображением каждого из семи смертных грехов дано его латинское название. Человек, жадно пожирающий все, что ставит на стол хозяйка, совершает грех чревоугодия. Упитанный господин, дремлющий у камина, грех лени. В этом его упрекает входящая в комнату женщина с четками в руках. Любострастие воплощают несколько влюбленных пар. Дама, любующаяся своим отражением в зеркале, которая держит перед ней дьявол, принявший обличие горничной в невероятном чепце. Грех гнева – это двое крестьян, которые дерутся у дверей таверны. Грех алчности совершает судья, который берет взятку, а зависть воплощает человек, который злобно глядит на своего удачливого соседа. Четыре круглых изображения по углам – тонду, называемые четыре последние вещи. Смерть вверху слева, страшный суд справа, ад внизу слева и рай внизу справа. Написанные на свитках слова «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла». Второзаконие, глава 32, стих 28. «И сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их». Второзаконие, глава 32, стих 20.